За призы спорткомплекса борются парни и девушки. Главная задача – проплыть 50, 100 и 200 метров и прийти на финиш первыми, потратив на заплыв наименьшее количество времени. У нас в рамках внутришкольных мероприятий проходят эти соревнования. В рамках контрольно-переводных ребята плывут хорошо по своим результатам. В троеборье принимают участие порядка 250 спортсменов. Все – воспитанники спортивной школы по плаванию. Борются между собой, повышая уровень, одновременно проводя работу над ошибками. Мне очень нравится плавать вольным. И я плыла просто, чтобы занимать места. У меня это не получилось. Я ухудшила на одну секунду. Я могла лучше. Расстроилась? Ну, да, немного. Что будешь делать, чтобы лучший результат был? Буду тренироваться и думаю, к следующим соревнованиям у меня получится. Устал. Еще выход сделал глубоко. Все. Мог бы лучше проплыть, если бы не выход. Все участники соревнований будут отмечены грамотами, а лучших наградят уже в пятницу, 17 ноября. Их определят по итогам трех заплывов. Ксения Майер, Зураб Кабахидзе, новости.